тебя не сильно задело импульсом? Все путем, Док. Мне любые трудности по плечу. Не знаю, Рекс. В рыцаре молотые волшебства ты бы мне продул. О, Док, компьютерные игры? Да, Рекс. Подобные игры – известный способ борьбы со стрессом. Они развивают зрительно-моторные функции и интеллект, не говоря о социализации и улучшении самооценки. А связь видеоигр с агрессией никак не доказана. Короче, те, кто считают игры вредными, просто мудаки. Эй, полегче, Док. Мудак, Рекс, это ментально ущемленный, достоверно асоциальный кретин. Акроним такой. Но игры, пожалуй, кончились, да? По-твоему, задание?
Заложника, пока его насмерть не пристрелили. Подойди на минутку. А? Еще один триумф гения! С твоей помощью, конечно. Напоминает. Yeah.
это была меня хватит! Ты всегда так плохо стрелял! Бояться надо только страха. И кровавый. Надеюсь, хоть флаги собирать не придется. Отлично. Другое дело. Еще один сгорел на работе.
Сильно задело импульсом. Все путем, Дон. Мне любые трудности подключу. Не знаю, Рекс. Рыцари молота и волшебства. Ты бы мне продул. О, да. Компьютерные игры? Да, Рекс. Подобные игры – известный способ борьбы со стрессом. Они развивают зрительно-моторные функции и интеллект. Не говоря о социализации и улучшении самооценки. А связь видеоигр с агрессией никак не доказана. Короче, те, кто считают игры вредными, просто мудаки. Эй, полегче, то. Мудак, Рекс, это ментально ущемленный, достоверно асоциальный кретин. Акроним такой. Но игры, пожалуй, кончились, да? Ладно, Док. Что это за бункер? Центр Хаузера, святая святых. И питомник, где мы разводим кровавых драконов. Питомник? Слоу. И как только ты связалась с этим психом? После того, как советское вторжение остановили, взорвав Канаду, мы остались без дома. Слоун позвал сюда. Дал цель. Никто не ждал мятежа. Ладно, Док. Но в питомнике наступит тихий час. Задача – попасть в центр Хаузера. Добро пожаловать в бункер будущего. Здесь все ваши ожидания станут явью. Я внутри, Док. Многовато техники для питомника. Это не просто питомник. Здесь Слоун создает мозгоблоки для драконов.
пока на них мозгоблоки, они не нападают на киберсолдат. Разберемся. Уничтожь цеха мозгоблоков. Увидишь дракона с мозгоблоком, стреляй по ингибитору агрессии на затылке. Они начнут вести себя нормально и смогут атаковать киберсолдат, а также реагировать на киберсердца и огонь. Уничтожьте прототипы мозгоблока. Думаю, до него дошло. Так вот оно, киберсердце. Вас и вашу армию от радиоактивных осадков и подземных мутантов-каннибалов.
Hasta la vista. Вот так. Мозгоблоков. Жуткие двери. Я тебя найду.
выходи, мой дурак, сука. Пока что ничего нет. Чисто. Ладно, я выплёвываю стены. Чисто. Умри в тишине. Инфаркт. Сезам, откройся. Задача выполнена. Тревога, тревога. Вторжение. Всему личному составу не допустить чужака к двери, ведущей в питомник. Комп, новая задача. Принято.
Задача — открыть дверь бункера. Задача выполнена. Спрыгните на подуровень. Я что, самоубийца? Ты не самоубийца, а киберубийца. Прыгай. А побыстрее никак нельзя. Задача. Захватить огнемет и уничтожить кладки драконов. Тревога. Вторжение на нижний уровень. Не дать чужаку пройти в питомник и направить аварийные огнеметы на кладки яиц. Применять несмертельные снаряды, чтобы не повредить кладки. Внимание! Разрешаю уничтожить нарушителя. Люблю яичницу. Внимание! Настенные огнеметы используются только в чрезвычайной ситуации и по разрешению. При наличии сомнений воздержаться от использования. Удачи! Thank you.